Военную поэму Давида Самойлова «Снегопад» читает Владимир Меньшов. Кабрь и холода стоят в Москве суровой и печальной. И некий молодой солдат в шинельке, куцей госпитальной, трамвая ждет. Его семья в эвакуации в Сибири, чужие лица в их квартире. И он свободен в целом мире, он в отпуску, как был и я. Морозец звонок, как подкова. Перефразируя Глазкова, трамваи, как официантки, когда их ждешь, то не идут. Вдруг снег посыпал. Хлопья ватки слетали с неба там и тут, потом все гуще и все чаще. И вот солдат, как в белой чаще, полузасыпанный, стоит и очарованный глядит. Был этот снег так чист и светел, что он сперва и не заметил, как женщина из-за угла к той остановке подошла. Вгляделся, вроде бы знакома. У кого-то из их дома бывало часто до войны, и он тогда, подросток праздный, тоской охваченный, неясный, за ней следил со стороны. С ухваткой, свойственной пехоте, он подошел. «Не узнаете?» Она в ответ: «Не узнаю». «Я чувствую, не час уже стою, и ждать трамвая безнадежно. Я провожу вас, если можно». «Куда?» «Да хоть на край земли». «Пошли!» — ответила. «Пошли». Была ли она красива, сразу о том не мог бы я сказать. Конечно, моему рассказу красавица была под стать. Она была обыкновенной, но с той чертой дерзновенной, какую могут обрести лет где-то ближе к тридцатиной женщины. В них есть смешение скромности и риска. Беспечность молодости близко, но зрелости слышнее весть. Рот бледный, немножко грубый, зато как ровный жемчуг зубы. И затаенная душа в ее зрачках жила стыдливо. Она не то чтобы красива была, но просто хороша. Во всяком случае, солдату она казалась таковой, когда кругом была объята... Да-да-да, сетью снеговой. Легко влюблялись мы когда-то, вернувшись в тыл с передовой. Шли по Полихе, по Лесной, потом свернули на Миусы, а там уж снег пошел сплошной, начал городить турусы, и нас же застил свет земной. Я здесь живу, а вам куда? Мне никуда, но не беда. Переночую на вокзале, а там уж есть же города, куда доходят поезда. Они неловко помолчали. «А можно к вам?» Сказала. «Да». Прошли за снежным двором, стряхнули снег, вошли вдвоем в ее продрогшую каморку. «Сейчас мы печку разожжем», — сказала. И его восторгу пришел конец. Так холодна была каморка и бедна. Но вскоре от буржуйки дымной пошло желанное тепло. В окне, скрывая холод зимний, лепились хлопья на стекло. Какая радость в дни войны отъединиться от погоды, когда над вами не вольны лихие прихоти природы. Кто помнит, стужа и окопы, ветер в лоб и пуля в лоб. Он отвернулся от окна, от холода, от снегопада, и к ней приблизился. «Не надо», — сказала. Сделалась бледна. Он отступился. Вот досада. Спросила: «Как вас звать?» Сказала: «Вас как?» Отвечала: «Клава». В окне легко и величаво вершился зимний снежный бал. Кружила вьюга в темпе вальса. Снег падал и опять взвивался. Смеркалось.
светомаскировку она спустила, подала картошку и полулитровку достала, в рюмки налила. Отделены от стужи снежной бумажной шторкою ночной, они внимали гул печной, долго речью безмятежной их ублажал печной огонь. Он в руки взял ее ладони. Он говорил ей: «Я люблю вас. Люблю, быть может, навсегда. За мной война, печаль и юность, а там туманная звезда». Он говорил: «Я и лгу. Вы мне поверьте, Бога ради, что встреченную в снегопаде вас вдруг оставить не могу». Такой банальностью безвкусной где подлинности был налет, любой солдатик госпитальный мог растопить сердечный лед. Его несло, она внимала, руки из рук не отнимала и, кажется, не понимала, кто перед ней. И поняла. И вдруг за шею обняла и в лоб его поцеловала. Он к ней подался, к ней прильнул, лицом уткнулся к ней в колени, и как дитя в одно мгновение уснул. Как так, да так. Уснул. Вояка, балагур, гусар спал от усталости, от водки, от теплоты, от женских чар. И его руки были кротки, лежал лицо в колени, пряча, худой, беспомощный, да плача. Подумала, куда в метель, и отвела его в постель. Проснулся, женское тепло почувствовал в постели смятой. Протер глаза, был час десятый, и на дворе еще мело. Записка. Я вернусь к пяти. Если захочешь, оставайся. Кружила вьюга в темпе вальса. Успела за ночь занести она тверские, ямские и все проезды городские, все перепутала пути. С пургой морозы полегчали, и молодой солдат в печали решал, уйти или не уйти. Да и меня в иное время печаль внезапно проняла про то, что женщина ушла и не появится в поэме. Хотел бы я ее вернуть, опять идти под снегопадом, как я хотел бы с нею рядом в тот переулок завернуть, как бы хотел, шагая с ней, залюбоваться снегом, жестом, вернуть и холод этих дней, и рот, искусанный блаженством. Я постарел, а ты все та же, и ты всегда в моем пейзаже свет неба или свет воды, и нет тебя, и всюду ты. Что я мечтал изобразить, не знаю сам. Как жизни нить непрочная двоих связала, чтоб после их разъединить. Нет, этого, пожалуй, мало. Важнее всего здесь снегопад, которым с головы до пят Москва солдата обнимала. Летел, летел прекрасный снег, кружился без отдохновения и оставался в нас навек, как музыка, как вдохновение. Учусь писать у русской прозы, влюблен в ее свободный слог, чтобы потом, как речь сквозь слезы, я сам в стихи пробиться мог.